Время середины земли в эфире телеканала АТВ. Прямо сейчас открывают международный информационный выпуск новости при Ангаре. О них рассказывают корреспонденты телекомпании «Аисты». Я Александра Кашурникова. Здравствуйте. Все места заняты, можно ехать за победами. Более 50 человек из Иркутска отправились в Монголию. Поездка совсем не туристическая. К северо-востоку от Улан-Батора в само Нидала открывается международный бурятский национальный фестиваль Алтыргана. Он состоится уже в 20-й раз и в этом году на исторической родине. Слово Туяне Немаевой. Прославляя свой народ и культуру, делегацию Иркутской области провожает бурятский фольклорный ансамбль «Аенга». Коллектив желает удачи и победы нашим землякам на международном бурятском фестивале «Алтыргана-2014». В составе делегации профессора и кандидаты наук, солисты, танцоры, спортсмены, дизайнеры, модельеры, художники, заслуженные деятели культуры Приангария и шаманы. Всего более 50 человек. Это те, кто является носителем древней кочевой культуры бурят, кто чтит и соблюдает традиции народа. И это очень здорово, что люди не забывают свою культуру, не забывают свое искусство, что они собираются вместе и выясняют, кто же лучше сохранил эту культуру. Я уверен, что ваша делегация будет самая лучшая. Самому старшему конкурсанту 60 лет, а младшему 8. 12-летняя солистка Елизавета Иванова из Нукутского района участвует в этом фестивале уже второй раз. Я веду красивые песни и надеюсь, что займу первое или второе, или третье места. Эти песни о природе, о солнце, о горе, о природе. Перед отъездом участники Алтырганы отдают дань памяти погибшим воинам-героям и возлагают цветы к мемориалу «Вечный огонь славы». Затем вся делегация направляется к автобусу, на котором состоится поездка по маршруту Иркутск, Улан-Удэ, Улан-Батор, Хентейский Аймак, Дадал-Самон. Именно на последней точке с 18 по 21 июля пройдет так называемая «Олимпиада бурятского народа». Еще новое в этом году появилось. Проводится научно-практическая конференция среди ученых. И мы, в том числе ряд людей, специалистов, которых я знаю, отмечают, что именно Алтыргана является тем, той движущей силой, которая объединяет, сплачивает и еще подводит научную основу. Особенно это важно для нас в наше непростое время. Эта Алтыргана считается юбилейной. Прошло 20 лет со времени ее первого проведения именно в этом Аймаке на родине Чингисхана в Дадал-Самоне. Условия проведения фестиваля обещают быть по-настоящему кочевыми в степи. В торжестве также примут участие делегации из Забайкальского края, Бурятии, Калмыкии, Тувы, Монголии, Китая, Японии и других стран мира. Туяна Немаева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Конфликт из-за дороги. Жители садоводства птицы и сотрудники вневедомственной охраны не могут поделить проезжую часть. Одни считают, это дорога общего пользования, другие, что это частная территория и не пропускают дачников. В итоге в последние в прямом смысле встали на защиту проезжей части. Глеб Чашин выслушал всех участников спора. Питьевую воду и еду дачникам садоводства птица привозят родственники. В течение месяца владельцы участков дежурят группами по 10-15 человек. Так они охраняют проезжую часть, по которой добираются до своих дач. Эта дорога никому не принадлежит. Данные документы подтверждаются, данные факты подтверждаются документально. То есть у нас есть бумага с Марковской администрацией о том, что эта дорога ничья. А так разворачивались события сутки тому назад. Это кадры любительской съемки. Противостояние садоводов и сотрудников полиции. В 9 утра приехал экскаватор без государственных номеров и пытался приблизиться к траншее. Жители, в свою очередь, не дают ему этого сделать. Они приехали, мы показываем документы им, что у нас существуют документы на эту дорогу. Они документов не представляли и не представляют. Раньше эта местность за дорогой принадлежала военным. Здесь располагался полигон для стрельб. Потом участок был передан Министерству внутренних дел. Сейчас здесь размещается автохозяйство вневедомственной охраны. Соответственно, чтобы проехать на территорию, требуется пропуск. А его у жителей садоводства птица нет. Вот и чувствуют они себя на птичьих правах. Совместно с администрацией Марковского района предпринимались попытки поиска компромиссного, взаимоудобного решения. Однако по инициативе другой стороны это сделано не было, поскольку граждане абсолютно убеждены в том, что эта дорога максимально короткая и не готовы идти на какие-либо уступки. Еще одна дорога, по которой дачники могут проехать к своим участкам, есть. Но она значительно длиннее, поэтому садоводам неудобно ей пользоваться. После того, как сотрудники охраны перегородили дорогу, жителям приходится проезжать прямо по полю.
землю, рискуя вот так увязнуть в грунте. Пешеходы же вынуждены напрямик преодолевать стихийно возникший шрам на пути. Эта траншея тянется в обе стороны почти что на 5 километров и фактически берет в окружение дачные участки садово-некоммерческого товарищества «Птица». Но в то же время дорога, проходящая здесь, является наилучшим путем для проезда экстренных служб в садоводство. Пока жители садоводства летать как птицы не научились, поэтому без дороги пробраться к своим участкам не могут. Единственное верное решение, которое люди видят в сложившейся ситуации, продолжить дежурство у проезжей части. Параллельно дачники готовят обращение в суд. Глеб Чашин, Константин Синицын, новости «Сейчас». Новое место для отдыха молодых людей появилось в Свердловском районе Иркутска. Там оборудован скейт-парк. Примечательно, что инициаторами создания спортивного комплекса стали сами жители. На открытии побывала наша съемочная группа. Открытие парка проходит в торжественной обстановке. По традиции разрезана красная лента. На праздник пришли жители близлежащих домов. Среди собравшихся Алексей Гусев. Раньше молодому человеку редко удавалось покататься на роликах у себя во дворе. И рядом не было ни одной подходящей площадки. Алексей не профессионал, но отмечает, с появлением такого комплекса будет чаще вставать на ролики. Еще неделю назад я никак не мог представить эту площадку, которая до этого долгие года стояла в таком опустевшем состоянии. А сейчас вокруг появились яркие рисунки, граффити, трамплины, и все очень весело. Разместился объект на крыше парковки площадью 600 квадратных метров. Инициаторами создания такого скейт-парка стали жители двора. Поддержали идею в управляющей компании. Общими усилиями на обустройство корта ушел месяц. Его посещение будет бесплатным для всех желающих. Мы сегодня изготовили, смонтировали данный спортивный комплекс, скейт-парк. И, можно сказать, такой наш подарок всем жителям Свердловского округа города Иркутска. Работы на площадке почти завершены. В окончательном варианте скейт-парк будет оснащен большой и двумя маленькими горками, трамплинами и набором препятствий. Кроме того, на спортивном объекте предполагается установить ворота для игры в футбол. Мария Токмакова, Анна Садовникова, Александр Барановский. Новости «Сейчас». Накануне читинцы в центре города смогли увидеть ожившую статую знаменитого голландского художника Рембрандта. Его изображал российский, украинский и советский мим и балетмейстер Игорь Арончик. Выступление прошло в рамках тура, посвященного присоединению Крыма и Севастополя к России. Подробнее об этом прямо сейчас расскажет моя коллега из телекомпании «Альтес» Юлия Тимошенко. Она на связи. Здравствуйте, Александра. Скульптуру Рембрандта Игорь оживляет около 20 лет. Для максимального сходства с оригиналом он сам разрабатывал образ. Костюм, имитирующий камень, шили на заказ, а краску для грима изготавливали в Германии. Выступление в нашем городе не оставило равнодушным никого из присутствующих. Первыми живую статую увидели в Ростовской области. Закончится турне Игоря Арончика выступлением во Владивостоке. А теперь к другим темам. Каждое лето на протяжении уже 8 лет база учебного центра пограничной службы в Приоргунске становится базой воинских сборов для воспитанников Краснокаменского военно-патриотического клуба «Зорница». В течение 10 дней ребята живут как настоящие солдаты. Пожалуй, только ради этого зрелища мальчишкам стоило приехать к приоргунским пограничникам. Задержание нарушителя нарядом с собакой в реальных условиях. За действиями военнослужащих ребята следят пока как зрители в партере. Однако пройдет еще немного времени, и уже большинство из них встанут на защиту Отечества. Во-первых, они едут всегда с желанием, с большим желанием. И знают, что здесь будут и трудности, и кое-какие лишения. И родители не будут рядом с собой чувствовать. Но все-таки они едут и, так сказать, терпят все те невзгоды и тяготы воинской службы. Это сама атмосфера вот этого нахождения здесь, она не то что граница, это, да, для них это граница, понятно, что где-то тут она, недалеко. Но вот нахождение здесь, вот эта вся эта атмосфера, весь режим занятий от подъема до отбоя, то он как бы их и, как сказать, настраивает и им диктует, то, что это не пионерский лагерь, это воинское учреждение. 45 детей от 8 до 14 лет привыкают к дисциплине в равных условиях. Скидок на возраст нет. Форма, сшитая по одному образцу, тоже обязывает быть подтянутым и выносливым. С 7 утра их день расписан по минутам. Навыку разборки и сборки оружия маленьких обучают старшие, более опытные товарищи. И очень этим гордятся. Мы передаем им свой опыт с поколением. Кто-то что-то узнал и передал этому молодому поколению, так скажем. Конечно, все беспрекословно подчиняются своим наставникам, поскольку у нас всегда наставник прав. Если он не прав, то он
по-любому всегда прав. Учат нас строевой. Строевая – это самая главная и неотъемлемая часть военной службы. Как найти противника, когда он перешел через границу. Выявление следов. Делай раз, верхний блок. Делай два, атака. Делай три. Занятие по рукопашному бою – одно из любимых у воспитанников клуба «Зорница». Здесь, в учебном центре, приемы с ребятами отрабатывает офицер пограничной службы. Однако уроки самообороны проводятся и в течение всего года в Краснокаменске. Кроме этого, наставники клуба рассказывают юным патриотам о вооруженных силах, о системе вооружения и героях Великой Отечественной войны. На воинские сборы в службу в поселке городского типа Приоргунск попасть можно только отлично сдав теорию и практику. Екатерина Станиславская, Дмитрий Пенигин, «Время новостей». Написать слово «Россия» можно не только мелом на асфальте. Накануне в забайкальскую столицу прибыли участники блогер-экспедиции. Они нанесут на карту это слово своим маршрутом. Чита станет отправной точкой для завершающей буквы «Я». Этот проект свой старт взял 8 июня в Астрахани. Завершиться он должен через 2 недели, 30 июля во Владивостоке. Так обычные пользователи интернета, блогеры, хотят развеять миф, что в нашей огромной стране невозможно путешествовать, что есть и дороги, и есть необходимая инфраструктура. За прошедшие 45 дней пробега ни одной ночи под открытым небом или в салоне машины. Правда, в качестве основного транспорта пришлось выбрать непатриотичные иномарки. По словам тех, кто за рулем, запчасти к ним можно найти в каждом городе. Сама идея подобной акции появилась 3 года назад у чебоксарских блогеров Яна Ермощука и Дмитрия Донского. В первый же год, когда эта мысль пришла, мы все-таки проехали букву «Р», да, то есть, ну, просто на моей машине. Это порядка 4,5 тысяч километров. Вот. Ну и продолжили поиски партнеров. Этой зимой встретились заинтересованного такого Сергея, да, который тоже очень загорелся вот этой мыслью. Ну, то есть, по сути дела, мы создаем самый крупный в мире объект современного искусства. По завершении путешествия в 22 тысячи километров будет создана огромная карта инсталляции из букв, где возле каждого из посещенных 95 городов прикрепят фотографии из тех мест, что все посетители воочию могли увидеть российские красоты. Антон Матушевский, Александр Забелин, «Время новостей». Спортсмен из Монголии Бацурь стал победителем турнира по национальной борьбе «Праздник Анадам». В этом году в турнире приняли участие 512 борцов. Подробнее об этом расскажет ведущая программы новостей телекомпании «Айс Монголия» Мирослава Барху. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте, Юлия. Бацурь является спортсменом клуба «Уфснур» ТЭЦ-3 компании «Химон Констракшн». В связи с тем, что он становится чемпионом на дому, ему присвоены титул «Лев» и звание «Священная птица Гаруди», которое дается борцу за победу на 6-7 турах. А теперь переходим к другим новостям столицы. О них жителям Бурятии готовы рассказать корреспонденты программы новостей «НЦАКТА» я, Мирослава Барху. Во время надомских скачек на дистанции в 22 километра приняло участие 250 жеребят 5-летнего возраста. Гнедой скакун принес жителю Аймака Архангай Тымулыну победу. На соревнованиях побывал наш корреспондент. Самый быстрый и сильный возраст скакунов, несомненно, в 5-летнем возрасте. Скачки с их участием всегда собирают большое количество зрителей, подружную поддержку которых начинается соревнование. Лошадь молодого коневода Тымулына порадовала собравшихся своей статью и скоростью, придя на финиш первой. Я очень рад успеху своего скакуна и хочу поздравить всех с праздником Надам. Мой конь родом из Аймака Дарнот и не раз принимал участие в региональных соревнованиях. Я очень горжусь тем, что он занял первое место. Второй прискакала лошадь знатного коневода Монголии Анона. Этот скакун из его косяка. В прошлом году он пришел 16-м на надомских скачках. Третьим финишировал конь жителя Батырдене Самона Хута-Кундур Аймака Булган. Четвертым был скакун Гантумура, сын знаменитого коневода Туванжава, жителя Самона Халюн Аймака Гойфалтай. Он также из косяка Туванжава. Мой скакун пришел 4-м, и он из моего косяка. На 90-летие Аймака Зафхан занимал 3-е место, а в 3-годовалом возрасте был 17-м на надомских скачках. 5-м прискакал Саврас из знаменитого коневода Цигмида, жителя Самона Баендуна Аймака Дарнут. Порадовал собравшихся, которые по старинному обычаю старались встать под пыль из-под его копыт. Мунгун Шагай Нямбаяр, Айс Монголия. В дни праздника Надама монголы традиционно наряжаются в национальные костюмы, которые непременно украшают сам праздник. Наша съемочная группа поинтересовалась мнением собравшихся на центральном стадионе Надама о тенденциях праздничных нарядов.
прошлом году была в тренде одежда в стиле хунну, шитая из ярких шелков с красочными узорами, а в этом году предпочтение отдано дели неярких оттенков и элегантных фасонов. Что касается материи дели, в моде кашемировые из натуральных волокон материалы, светло-бежевых и розовых оттенков. Мы видим, что девушки и женщины этим летом выбрали дели классического кроя с тонкой одинарной парчевой отделкой. Мужчины тоже отдали предпочтение классическому крою материям скромных мягких оттенков. Что касается монгольских рубах, их почти не видно. Мужчины нарядились в большинстве случаев просто в дель. В этом году «Игры в кости» собрали более 500 метких игроков из разных аймаков страны. Главное условие этого вида состязания – меткость участников и отсутствие возрастной категории. Самому юному участнику соревнований 9 лет, а старейшему игроку исполнилось 89. В 2001 году соревнования по игре в кости вошли в спортивную программу «Надома». Суть состязания – сбить цель, стоящую по центру на расстоянии 9 локтей, то есть более 4 метров. В 2001 году соревнования по игре в кости вошли в спортивную программу «Надома». Суть состязания – сбить цель, стоящую по центру на расстоянии 9 локтей, то есть более 4 метров. Игры заслуженно привлекают внимание многих любителей. Наш корреспондент встретился со спортсменами из аймака Булган. В последние годы у игроков появилась традиция собираться своими земляками для тренировки к фестивалю «Надома». Члены нашей команды большей частью выходцы из аймака Булган. Среди нас чемпион – меткий игрок Тувшинжаргал. Здесь спортсмены из города Улан-Батора, выступающие от имени компании «Хухчонок». Наша цель, конечно, победа. Игрок в кости должен обладать терпеливым характером, четкостью движений и особой интуицией. Малейшее неудобство в позе, потливость рук может привести к тому, что костяшка пролетит мимо цели. Также нужно сохранять спокойствие во время воинственного возгласа соперника. Игры в кости в честь 93-летия Народной революции собрали многих метких игроков. Участвуют 50 команд, то есть 490 игроков. Отрадно отметить, что участие принимают и настоящие чемпионы. 42% всех участников – это чемпионы общенационального и аймачного уровня. Самый старший игрок этого года – житель аймака Дунгоби Санджагуа, ему 89 лет. А самому юному участнику Улзы – 9 лет. Он приехал из аймака Хэнти. Еще одно новшество игр этого года – это командные соревнования по 7 игроков из каждой команды. Игра в кости имеет давнюю традицию и свои особые правила. Дэнсма, Энхбилек, Айс, Монголия. Это были новости Монголии. Благодарю за внимание. Передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты телекомпании CCTV Русский из Пекина. Телеканал CCTV Русский приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии Намила. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о самых любопытных событиях в Китае. В Шанхае открылась выставка роботов. Чтобы представить на экспозиции уникальные ноу-хау, в город съехались разработчики со всего мира. В этом году внимание посетителя приковано к роботам-помощникам. Выполнять бытовые задачи или трудиться в сфере обслуживания – электронное кредо этих чудо-машин. Эксперты возлагают на сервис машины особые надежды. В условиях быстрого старения населения роль механических помощников будет только расти. Этот японский робот легко собирает кубик Рубик и решает любые головоломки. Функционал соседней чудо-машины еще интереснее. Выбирать конфеты для детей. Если промышленные роботы в Китае дело обычное, то обслуживающие пока в новинку. К электронным помощникам приковано внимание посетителей выставки в Шанхае. Я хочу попробовать конфеты. Никогда раньше не видела такого робота. Сегодня я первый раз в жизни познакомилась с роботом. Разработчики рушат стереотипы. Обслуживающие роботы способны не только развлекать, выполнять реальную работу – их электронное кредо. Один из экспонентов – автоматизированный бармен. По заказу клиента вмиг подаст пиво или безалкогольные напитки. Создатель этого помощника верит – сервисные роботы наступают на пятки промышленным собратьям. Мы занимаемся активным продвижением сервисных роботов. Надеемся, что совсем скоро электронный обслуживающий персонал появится на автобусных вокзалах, в развлекательных центрах и других общественных местах. Призвание этих роботов – сделать жизнь людей удобной, особенно в общественных местах. Мировая статистика говорит сама за себя. На 3 промышленных робота приходится один сервисный. В КНР разрыв еще больше. Но эксперты Китайской ассоциации роботостроения уверены, в сфере услуг у автоматизированных работников большие перспективы. Кроме того, все больше китайцев хотят иметь электронных помощников у себя дома.
В ближайшие 3-5 лет производство обслуживающих роботов наберет обороты и оставит позади создателей промышленных машин. Одна из предпосылок – количество пожилых людей и инвалидов в стране скоро превысит 100 миллионов человек. В данных условиях роль роботов может возрасти. Таким образом, рынок сервисных киборгов набирает обороты, и это факт. Генеральный директор Китайской ассоциации роботостроения уверен, производство обслуживающих роботов растет в геометрической прогрессии. Эту тенденцию можно сравнить с бумом последнего десятилетия на рынке частных автомобилей. Эксперт убежден, роботы могут взять на себя быт. Такие ежедневные задачи, как чистка ковров или мытье окон, совсем скоро станут прерогативой электронных людей. Виктория Слепцова, CCTV. Работа в качестве смотрителя за пингвинами может показаться очень заманчивой, если не знать, какого труда стоит уход за антарктическими птицами. Взять хотя бы разницу в температурах, ведь пингвины даже летом должны жить в ледовом царстве. За жизнью пингвинов и их смотрителей в Уханьском парке «Мир Антарктики» наблюдали наши корреспонденты. В Уханьском парке «Мир Антарктики» зима круглый год. Здесь живут 6 видов пингвинов, и в их распоряжении ледяной пляж, бассейн и несколько уютных мест для ночевки. Температура 0 градусов, атмосфера почти как на Южном полюсе, чтобы пингвины чувствовали себя как дома. А вот смотрителям часто приходится пренебрегать своим удобством, особенно когда температура снаружи выше 30 градусов. Когда я погружаюсь в воду, я не чувствую своего тела, я даже щетку потом нормально ухватить не могу. Огромная разница в температуре между вольером и кухней тоже не добавляет приятных ощущений местным работникам. Уже половина смотрителей жалуются на ревматизм. Каждый день для пингвинов нужно приготовить больше 100 килограммов свежей рыбы. Без теплой куртки и пары прочных сапог здесь нельзя. Я надеваю 2 пары носков под сапоги, но ступать на лед в вольере все равно очень холодно. Пингвинов нужно кормить по очереди, чтобы каждый из питомцев получил достаточно еды. Поэтому обед часто растягивается больше, чем на 2 часа. Команда смотрителей довольно молодая, всем по 20 или немного больше. Несмотря на все сложности и месячную зарплату в 2000 юаней, свою работу они любят. Я люблю пингвинов, и мне нравится здесь работать. По словам смотрителей, в вольере не думаешь о тяжелых рабочих условиях. Первое, о чем приходится волноваться, это здоровье пингвинов. Анна Санюкевич, CCTV. Это все, о чем мы хотели рассказать вам на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.